Все это не зрители предстоящих матчей на ледовой арене, а участники акции здоровья, воспитанники спортивных объединений, тренеры, родители, работники предприятий, студенты и просто жители Уссурийска, которые ведут активный образ жизни. Шагать к здоровью начали с огромного сердца, потому что двигательная активность особенно полезна для сосудов. Мы как только объявили, что будет проводиться такая акция у нас здесь на территории Ледовой арены, очень много откликнулось не только наших воспитанников, родителей, посторонних людей. Рядом близлежащие наши организации, это и училище 51-е, да, и много федераций, которые пришли, звонили. Активно на предложение пройти 10 тысяч шагов откликнулись спортсмены Уссурийска. Особенно много детворы и их родителей. Такой формат помогает наладить взаимоотношения между спортсменами, завести новые знакомства. Неформальная обстановка всегда сближает, раскрепощает, настраивает совершенно на другой лад, более веселый, позитивный, праздничный. Тем самым дети, конечно же, сближаются. Радуются они не только встречам на спортивном объекте, как таковом, но и в такой неформальной обстановке. В Уссурийске сделали 6 локаций. Точечный старт удобен для жителей, потому что шагать можно с удобной точки. Поближе к дому, работе или тренировкам. Ходьбу зафиксировали шагомеры, но организаторы также выдали участникам маршрутные листы и посчитали, сколько кругов нужно сделать до желанного результата. Нам не сложно пройти 10 тысяч шагов, мы много ходим и гуляем. Отличное воскресное утро, хорошая организация, хорошая погода, все радует. Не устали? Все нормально? Нет, не устали. В том году мы тоже участвовали на 10 тысяч шагов. Очень понравилось, помогает поддерживать свою выносливость и подбодряет. Самому взрослому участнику акции 80 лет, но все с легкостью сделали 10 тысяч шагов к жизни. На данной точке в «Патриоте» 107 человек. Помимо «Патриота» у нас организовались такие сборы спортивные. Это на Ледовой арене, получается, на парке «Зеленый остров», в парке «Дара» у нас также собрались участники. Собралось, я думаю, у нас большое количество людей. Город поддерживает спортивные эти акции, мероприятия. 971 уссуриец стал участником акции здоровья в этом году. Каждому вручили сертификат и сладкий приз для восстановления сил. Ведь за утро активные горожане выполнили дневную норму шагов. Виктория Калинина, Наталья Зайцева, Роман Адонин, Телемикс.